Мы приехали сейчас в Зимний дворец. Мы вчера были в Летнем, а вот сейчас решили посетить Зимний дворец. Сейчас Вадим стоит в кассу купить билеты. Вот, вот такая очередь. Мы зашли на территорию Зимнего дворца, и, как видите, здесь многие занимаются физкультурой, бегают. И вот есть посаженные деревья еще. Вот. Здесь много экскурсий проходит, потому что сегодня воскресенье. Много приехало людей посетить это место. Очень красивая территория. Здесь очень много ворон, которые поглощают туристическую еду, которую, может, вдруг выпала. Они быстро схватывают и улетают. Сейчас мы зайдем вот сюда, в Зимний дворец. Итак, мы побывали сейчас в Зимнем дворце. К сожалению, там снимать и фотографировать нельзя. Мы там посмотрели много картин. Самая такая запоминающая и знаменитая – это поцелуй. Не знаю, мы как-то, может быть, не понимаем искусство, но мы его немножко не поняли. Так, мы продолжаем прогулку по Вене. Хочу вам показать, в чем я одет. Значит, на мне шарфик, кожаная куртка и вот удобная обувь, кроссовки. А что вот так? Отойдя немножко от Зимнего дворца, мы попадаем вот в такой красивый парк. Здесь очень много листвы, оградка вот такая красивая сделана. Это Вероника отдыхает. Вот, очень красиво. Андрюха, он гуляет. Здесь, скорее всего, наверное, прудик был, не знаю. Может, задумка была какая-то. Мы сейчас идем в музей музыки. Сейчас мы заходим. Погода, кстати, испортилась, начался дождик. И ветер поднялся. Но мы идем в музей музыки, будем радоваться. Внутри играет музыка очень приятная, из разных произведений. Такая атмосфера здесь. Это лифт, скорее всего. Красивая комната. Значит, да. В этой комнате можно сочинять музыку, кидая вот красный кубик. Синий. Или сунь, или синий кубик. И потом получается композиция. В этом аквариуме нету воды, но слышны звуки волн. Огромный барабан. Андрюха. Вот такой интересный еще инструмент. Это комната звуков. Здесь можно услышать разные звуки из разных городов. Вероника слушает Нью-Йорк. Мы посмотрели первый этаж, и сейчас мы поднимаемся на следующий этаж. Здесь каждая комната посвящена одному из композиторов.
Это комната Моцарта. Андрюха учится играть. Скрипки. Это комната, которая говорит о Бетховене. За этой дверью жил Бетховен. Мы сейчас идем в музей естественной истории. Погода испортилась совсем. Идет проливной дождик. Ну ладно. Главное, мы наслаждаемся историей. Идем в музей, который находится напротив. Мы сейчас были в историческом музее, а это картинная галерея, скорее всего.